Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, телезрители телеканала МТМ. Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – презентация проекта для молодежи «Будущее Запорожья. Кадровый резерв». Подробнее осветить эту тему мы попросим наших гостей. Председателя Молодежного совета при Запорожском городском совете Викторию Владимировну Агентаеву, а также директора Института управления Запорожского классического приватного университета, доктора наук по государственному управлению, профессора Анжелу Витальевну Мерзляк. Этот проект является системой, я так думаю, воспроизведения кадров на государственном управлении, потому что цель этого проекта – привлечение молодых людей, которые смогут научиться писать проекты во время уже самих занятий, лекций. Далее у них будет возможность попасть в кадровый резерв, что это очень важно, потому что придя на госслужбу просто так, вы знаете, что есть определенная система подбора кадров. И одним из первых элементов – это нахождение в кадровом резерве. Далее по уже самому проекту, по этапам, есть такой этап – это реализация своего проекта, улучшений. То есть молодой человек, понимая, что записавшись в молодежный кадровый резерв, перед ним открываются очень большие возможности не только проявить себя, не только реализовать те идеи, которые он хотел бы увидеть свой город намного лучше, развитый, внести те или иные инновации в разные сферы городского хозяйства, но и, конечно же, поучиться, потому что проектом предусмотрены лекционные занятия, предусмотрены тренинги с экспертами. И, конечно же, самым заключительным этапом это уже реализация наработанного своего проекта в одной из сфер городского хозяйства. Это очень важно для молодежи, потому что выпускники, к сожалению, имеют только теоретические знания, и воплотить их в жизни, хотя проект будет очень хороший, жизнедеятельный, жизнеспособный и реализуемый, очень тяжело. Этот проект дает им возможность прийти, научиться и сразу реализовать. За короткий период времени молодые представители смогут воплотить свою жизнь в реальность. Они это увидят. То есть в рамках проекта предусмотрены такие вот активности. Также мы прекрасно понимаем, что молодежь в сегодняшнее время является волонтерами, волонтерское движение. И при уже поступлении на работу или, может быть, реализации тех или иных проектов у них есть конкурентное преимущество. И прохождение этого курса в рамках проекта молодежного кадрового резерва дает им конкурентное преимущество, потому что далее уже при выборе работы, при выборе реализации того или иного проекта они могут оперировать теми знаниями и данными, которые они получат в рамках этого проекта молодежного кадрового резерва. После завершения обучения каждый претендент получит сертификат. И я думаю, что для них это будет, наверное, наряду с дипломом о получении того или иного образования, потому что эксперты, которые привлечены в сам проект, очень, так как можно сказать, наверное, эффективные управленцы, которые не только теоретики, но и практики. Поэтому молодежь, я надеюсь, услышит этот месседж, поймут, что у них есть шанс изменить город к лучшему, потому что сейчас в нашей стране очень много изменений, и я уверена, что изменения будут за молодежью. У нас, конечно, бытует мнение, и молодежь очень пассивная, неохотно верит вообще в какие-либо возможности проявить себя, и возможности прийти на государственную службу, возможности реализовать те или иные идеи, которые у них есть. Этот проект им поможет, может чуть-чуть изменить ту идею, которая у них есть, или вообще дать понять, что идея это прекрасна, но есть реалии жизни, есть реалии законодательного поля, и, к сожалению, их невозможно в той или иной форме, которую они себе представили, реализовать. Я хотела бы, может быть, даже призвать, не будьте лентяями и понимайте, что жизнь нашего города в ваших руках, что очень бы хотелось увидеть молодых людей, потому что у нас есть очень много примеров эффективных молодых управленцев, которые изменяли те или иные сферы в городском хозяйстве. Даже сейчас есть управления, департаменты, которые возглавляются молодыми руководителями, и работа их очень изменилась, повысился уровень эффективности. И этот проект, наверное, дает большую возможность. И хотелось бы, чтобы наша молодежь в городе воспользовалась этой возможностью и смогла реализовать себя и, конечно же, сделать наш город лучше.
Когда мы узнали о том, что появился вот такой проект «Молодежный кадровый резерв Запорожья», мы очень обрадовались, потому что все университеты, наш университет в том числе, только и занимается тем, что готовит кадровый резерв не только для города Запорожья, но и для всей Украины. И есть студенты, которые пополняют ряды у нас и европейских компаний. Очень бы хотелось, чтобы вот этот вот проект, он помог тем людям, которые, когда мы говорим в госуправлении, есть понятие 3П. Это порядочность, профессионализм и патриотизм. Возникает всегда вопрос, в каком порядке поставить эти понятия. Кто-то ставит профессионализм на первое место, кто-то порядочность, кто-то патриотизм. Споры ученых продолжаются, но то, что должны быть эти 3П, все с этим согласны. И мы видим задачу нашего университета помочь тем молодым людям, которые действительно соответствуют этим понятиям. Потому что за молодежью будущее нашего Запорожья. И очень бы хотелось, чтобы наше будущее нашего Запорожья было светлым и прогрессивным. Почему наш университет присоединился к этому? Ну, наверное, потому что у нас есть соответствующие кафедры, которые смогут помочь этим людям получить эти практические навыки создания своих проектов. Это прежде всего специалисты по магистерским программам «Государственная служба», это специалисты по магистерским программам «Бизнес-администрирование» и «Административный менеджмент». Это доктора наук, это кандидаты наук, которые смогут провести лекции для участников проекта, смогут провести тренинги и научить их, как создать свой проект. Конечно, хотелось бы, чтобы те молодые люди, которые придут участвовать в этом проекте, они пришли уже с идеями, то есть как они хотят изменить наш город к лучшему. Преподаватель, он не генерирует для них идеи, генерирует именно сам участник проекта. А преподавателей задача научить технологии создания проекта. То есть каким образом организовать этот проект, каким образом спланировать человеческие ресурсы, затраты на проект, бюджет проекта, как управлять рисками проекта, как автоматизировать управление проектом. То есть это мы видим задачу нашего университета. Кроме того, по результатам этого проекта будут выдаваться сертификаты всем участникам проекта. Будут отбираться лучшие участники этого проекта. Лучшие – это значит те, которые смогут реализовать свой проект и, наверное, получат финансирование мэрии для создания своих проектов. И для жителей Запорожья этот проект, наверное, принесет или какую-то экономическую выгоду, или социальные какие-то результаты. Но в любом случае каждый житель Запорожья от реализации этого проекта, наверное, выиграет. Кроме того, мы бы хотели, чтобы по результатам проекта у нас была возможность выбрать лучших для обучения на государственной службе. Потому что те, кто хотят попасть в кадровый резерв местных органов власти, у них будут очень серьезные задачи в условиях того, что происходит децентрализация органов власти. Многие функции передаются громадам. И, конечно же, хотелось бы, чтобы те молодые люди, которые придут работать на 30 вакантных, а 30 резервных мест, потому что 30 структурных подразделений, и будут отбираться по 3 человека на каждое подразделение. То есть планируется 90 человек, это будет кадровый резерв. Это те люди, которые будут создавать будущее нашего города Запорожья. И если наш университет сможет чем-то в этом помочь, подготовить этих талантливых людей, то мы готовы включиться в эту работу для того, чтобы в Украине наш город Запорожье, может быть, стал одним из лучших. Как я поняла из выступлений наших гостей, грядет омоложение горсовета. А кто был инициатором этого проекта и как давно он действует, когда он стартовал?
Но инициатором был городской голова, городской голова Александр Чинсанович Син. Но эта идея уже, знаете, оговаривается и доносится до городской власти уже очень давно. Я говорю, что еще в 2014 году эта потребность была, и молодежь в молодежном городском совете стала первоочередной вопрос. А будем ли мы в кадровом резерве? Как будет дальнейшая судьба тех молодых лидеров, которые знают, как улучшить городскую жизнь? Поэтому спасибо огромное, что вот на сегодняшний день эта идея поддержалась и будет реализована в данном проекте. И в продолжение проекта. Он стартовал, он действует. Я так понимаю, люди сдают молодежь анкеты. Сколько анкет уже получено? И раньше было сообщение о том, что до 3 августа анкеты принимаются. А не планируете ли вы продлить как бы срок приема анкет? Было заявлено, что до 3 августа будут анкеты, но мы учитываем то, что все-таки это летний период. И, конечно, та молодежь, которая узнает о том, что у них не будет возможности до 3 августа эти анкеты только отправить, но они не смогут потом участвовать в связи с тем, что они приезжают, могут позже. Поступили просьбы, потому что есть же электронная почта, на которую отправляется вся информация, есть телефон, по которому можно обращаться, он есть также на сайте. Планируется до 10 августа продлить прием анкет, чтобы большая часть молодежи, которая желает участвовать в этом проекте, чтобы она смогла все-таки поучаствовать. Скажите, пожалуйста, вот то, что услышал из вашей короткой презентации, для себя я понял, что, по сути, представитель вуза Анжела Витальевна и сам вуз будут помогать ребятам познавать азы и практики проектного менеджмента. А планируется ли что-нибудь еще в программе обучения? Или вы считаете, что проектного менеджмента в принципе достаточно для того, чтобы зануритесь у средовища городских властей? Молодежь, которая подает анкеты, это молодежь, у которой есть высшее образование. И, соответственно, люди, имеющие высшее образование, у них есть определенный уровень знаний по разным специальностям, потому что в мэрии требуются специалисты и финансисты, и те, которые занимаются и здравоохранением, и образованием, связанное с социальной работой и так далее. Поэтому задача этого проекта кадрового резерва – дать навыки молодежи создать этот проект, то есть практические навыки. Поэтому планируется именно проектный менеджмент, как создать свой проект и как управлять этим проектом. Первый этап – это будет тренинги городского головы, на котором он расскажет, как функционирование органа власти, все нюансы, как работают органы местного самоуправления, как работает исполнительная власть, что за департаменты, как они связаны с друг другом. То есть азы, можно не государственного управления, а азы функционирования городской власти. То есть это будет несколько лекций. После этого уже будет второй этап – это тренинговая работа по проектному менеджменту и реализация проектов. Но вначале будут именно лекции и тренинги по функционированию органов власти и органов местного самоуправления. И еще хотела бы обратить внимание, что вот задали вопрос касающийся анкет. Анкеты должны быть качественные, заполнены абсолютно все поля и ответы на все те вопросы. Потому что если какой-либо вопрос пропускается или нет ответа на этот вопрос, он не полный, то, естественно, такие анкеты не будут отпираться. Поэтому очень бы хотелось, чтобы участники внимательно заполняли анкеты. Когда вы планируете закончить этот проект, до какого, ну, приблизительно в каких терминах? Потому что мало ли в городе грядут перемены, успеет ли молодежь стать в кадровый резерв? Уже 5 сентября мы надеемся, что мы сможем подвести итоги, потому что на протяжении всего периода работы проекта, это когда будут читаться лекции в мэрии непосредственно Александром Чинсановичем, когда будут проводиться тренинги в университете, когда будут проводиться лекции. Постоянно эксперты работают. Работают не только для обучения претендентов, но и идет определенный отбор тех лучших, которые 5 сентября планируется вручение сертификатов. Раньше, как мы знаем, было выгодно, экономически выгодно работать в органах власти. Люди имели там хорошую выслугу, хорошую пенсию. Теперь как бы интерес поутих. Как вы думаете, почему молодежь должна заинтересоваться этим проектом с тем, чтобы в дальнейшем работать в органах власти?
Ну, для молодежи это шанс, во-первых, для студентов, которые окончили вуз, это первое рабочее место, которое, к сожалению, на сегодняшний день и в нашем регионе очень трудно получить. Далее у нас идет реформа децентрализации власти, и у них есть перспектива не только управлять, но и достойно получать зарплату за управление теми или иными сферами в городском хозяйстве. Поэтому первое – это получить знания, как работает городская власть. Далее – стать уже специалистом в своей сфере. И у них уже будет, конечно же, выбор. Но в условиях децентрализации власти, я думаю, что они останутся и будут улучшать городское хозяйство, они перейдут в частный сектор экономики. Если, допустим, молодые люди, пройдя все это обучение, не попадут на работу в органы власти, пригодится ли им то, что они услышат на тренингах, пригодится ли в дальнейшем, ну, для каких-то других сфер? Конечно же, пригодится. Кроме того, что они узнают на лекционных занятиях, они расширят свой кругозор знаний, они поймут, как работает власть. Они получат практические навыки написания проектов. А сейчас я прекрасно понимаю, даже в органах власти у нас программа есть такой, программа целевой метод. Тоже это идет по проектной деятельности. Все фирмы, частные предприятия, предприятия в общем и работают по написанию идей, реализации идей основана на проекте. Поэтому те знания, которые они получат, они будут очень важны. Для того, чтобы попасть в молодежный кадровый резерв, один из пунктов есть, какая идея у вас есть, что бы вы хотели изменить, то есть один из вопросов. У них уже есть идея, которую они воплощают в жизнь, могут, но они ее смогут умело и правильно прописать. С теми позициями, цели, задачи, риски, бюджет, как это делается. Далее они этот могут проект, на сегодняшний день все прекрасно понимают, что идея может реализоваться как на работе, как в органах власти, но и с помощью международных организаций доноров. Поэтому они получат практические навыки, и для них, я думаю, будет это преимущество перед другими молодыми людьми, которые не пройдут обучение в рамках этого проекта. У молодежи есть возможность попасть в среду единомышленников, потому что те люди, которые будут присутствовать и на лекциях мэра, и на тренингах, они будут общаться между собой, они будут обмениваться мнением. И обмен мнением – это всегда появление новых идей, это определенный заряд энергии, и я думаю, что это тоже позволит молодежи провести интересное время, не просто познакомиться с новыми людьми, но и провести с пользой для себя. Ну, также молодые люди, они такие очень специфические, да, наверное, целевая группа. Каждому хотелось бы реализовать себя и услышать, наверное, похвалу. И идя на этот проект, у них есть идея. Они, конечно, ее могут обсудить с единомышленниками, но они получат признание, что для них это очень важно. И вообще это будет фурор, наверное, если эта идея, мало того, что единомышленники обсудят, ее приведут в надлежащий вид, и она, конечно же, сможет реализоваться. Поэтому у них есть такая возможность. Вы сами знаете о том, что в каждом проекте есть риски. Мне бы хотелось услышать о рисках вашего проекта. Риски возможны, но мы надеемся, что молодежь в последнее время стала очень активной. И в условиях децентрализации, о которой мы уже говорили, каждый молодой человек, он понимает, что изменить к лучшему будущее может только молодежь. Никто вместо молодежи это будущее лучшим не сделает. Поэтому очень бы хотелось, чтобы проявили сознательность гражданскую и поняли, что в этом нужно участвовать. Нужно заниматься этими проектами. Нужно не бояться реализовать свои идеи, потому что зачастую есть очень хорошие идеи, но молодежь не верит в себя, не верит в то, что эта идея может быть реализована. Это возможность того, чтобы подтвердить, что идеи реализуются и иногда хорошее сбывается. Вы говорите «мы». Наверное, вы член жюри. Вот существует ли какое-то жюри, которое занимается отбором анкет? И кто, если это жюри есть, то кто входит в его состав? Экспертами будут выступать профессора и доценты кафедры Института управления. Это кафедра государственного управления, кафедра административного менеджмента и бизнес-администрирования и кафедра менеджмента организации и администрирования.
То есть эти три кафедры, которые будут являться экспертами, которые будут присутствовать на лекциях мэра, оценивать активность молодежи, которые будут проводить лекции, проводить практические занятия, проводить тренинги и оценивать анкеты с точки зрения качества заполнения анкеты, оценивать саму работу каждого участника на проекте и также оценивать сам проект. И наиболее качественные проекты, они будут предоставлены местным органам власти. По статистике, Запорожская область в целом и Запорожье, как ее маленький регион, являются лидерами только снизу по количеству поданных проектных заявок, по количеству реализованных грантов и так далее и тому подобное. Где гарантия или как вы, может, будете помогать молодежи в том, чтобы как-то этот рейтинг поднять? Почему? Потому что до этого, да, то есть мы говорим об активности молодежи, до этого вроде бы молодежь не была активной, а с вами она будет активной. Так в чем залог? Наверное, я такой активный участник грантовых заявок, вообще реализации проекта в регионе. Общественная организация, которую я возглавляю, она в течение года систематично реализует те или иные проекты. Я согласна, что Запорожье, наверное, до 2015 года был в аутсайдерах, да, вообще подачи заявок на извне, наверное, на фонды, международные там организации. Но по активности, тем реализуемым проектам, которые на сегодняшний день я наблюдаю, и по тем созданным общественным организациям и благотворительным фондам, у нас в этом году есть, честно говоря, большие изменения. Общаясь с такими тоже единомышленниками, общественными организациями, понимаем, тоже обсуждали, почему же такая малая активность? А потому что не было знаний. Молодежь, если мы говорим конкретно об этом проекте, они пассивны, они не понимают, да, есть идея, но они не знают, как же ее, так сказать, привести в ту форму, которая сможет реализоваться. Вот проект дает для реализации идеи, научить, как ее необходимо подавать. И самое главное – это нехватка знаний. И, наверное, может быть, нехватка информации. Но в то же время со стороны городской власти у нас уже, наверное, года 3 или 4 в регионе не финансируются социальные инициативы общественных организаций. Это тоже очень важно. Но общественные организации не сдаются, и они уже уходят на другой уровень. Но несколько проблем. Это нехватка знаний самих грантополучателей, пассивность со стороны органов власти, финансирование социальных инициатив. Но мы понимаем, что мы сейчас живем в кризисе, и идеи даже в наше тяжелое время реализуемы. И, конечно же, наверное, такой вот пассивность региона само по себе. Но, к счастью, в 2015 году идет на позитивные изменения, и реализованных проектов становится все больше и больше, что касается именно третьего сектора. Возможно, кто-то из молодых людей, посмотрев нашу программу, заинтересовался этим проектом и решил поучаствовать в конкурсе. Напомните, пожалуйста, где можно взять анкету и где вообще материалы об этом конкурсе, как им действовать, молодым людям. Нужно зайти на сайт мэрии, заполнить анкету и отправить на тот электронную почту, которая указана. Если возникают дополнительные вопросы, на сайте также указан телефон, по которому можно позвонить и уточнить те моменты, которые вызывают сомнения или волнения. После того, как анкета отправлена, на электронную почту, из которой была отправлена эта анкета, будет отправлена информация о том, что ваша анкета принята, и вы являетесь участником проекта. И все дополнительные информации, которые нужно будет для участника проекта, они будут отправляться на электронную почту участника. У вас есть анкета, наверное, есть какой-то портрет вашего героя среднего, то есть, например, возрастной ценз, определенный критерий, определяемый к знаниям, к умениям, что-то он должно быть обязательно, да, а что-то может быть опционно. Что вы ставите во главе вашей анкеты из этих трех П? Патриотизм, профессионализм или... Если вопрос касающийся трех П, то лично для меня я на первое место ставлю порядочность. Порядочность, затем идет патриотизм, а затем профессионализм.
Потому что если человек порядочный, то он наверняка уже будет патриотом. А если он порядочный патриот, то наверняка он захочет для Украины быть профессионалом, реализовать себя в первую очередь, потому что каждый человек хочет себя реализовать. А портрет нашего героя, ну, наверное, это тот молодой человек или молодая или девушка, которая хочет изменить город Запорожье к лучшему. Потому что все мы хотим, чтобы наш город развивался, чтобы он был и туристическим центром, чтобы у него в этом городе нам было хорошо жителям жить, чтобы приезжали из других городов на остров Хортицу, чтобы смотрели на наш Днепрогэс, чтобы мы гордились нашими зелеными парками, а также теми условиями, в которых мы живем. Поэтому это наш герой, который хочет изменить наш город к лучшему, у которого есть высшее образование, который не боится реализовывать свои проекты и верит в себя. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за четкие, подробные, исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.